Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. Но, как всегда, в необычный. Со мной сегодня Фласочка! И сейчас мы с Флаской находимся в барьере, и наверняка она сейчас задается вопросом, а что, почему, зачем? А что мы сегодня с тобой будем делать, и почему в барьере? Просто в этом барьере у нас с тобой будут подниматься блоки, которые будут наносить нам урон, и причем это будет лава! Блоки? Блоки Блок лавы? Лавы, да, лава считается блоком, если ты не знала, лава будет подниматься с самого низа, и нам надо с тобой будет успеть построить портал, отправиться в ад и посмотреть, как там вообще все будет работать. Может, вообще как-то все по-другому. Может, там тоже будет распространяться лава, может и нет, кто знает. А как и у меня предложение, давай раскопаем очень большую дырочку и будем смотреть, на каком уровне лава. Все, давай копай. На. Она пошла проходить Майнкрафт уже. Ну так в смысле, лопата-то быстрее, поэтому первым делом я делаю что? Верстак я делаю. Смотри. Раз, два, три. Верстак готов. Так, мы могли с тобой сейчас быстренько посмотреть все эти дома, посмотреть, что там вообще есть. Может, там был бы верстак, были бы инструменты какие-нибудь. Фласка! Да, это я. У тебя появилась Next Block Rise через какое-то время, да? О, да-да-да-да-да, ура, наконец она затопит, ю-ху! Я бы не радовался на твоем месте, потому что я нашел яблоки, я нашел шлем, я нашел железный меч и железные поножи. Причем два шлема. Иди сюда, пожалуйста. Иду. Сейчас я верстак тут сломаю, я иду к тебе, Я тебя скину, если что, вот здесь вот. А ты где? Я здесь. Ой, я вижу. Ой, зверь, у нас паук тут. Лава начала подниматься. Нам надо с тобой спешить. Быстрее. Я тут нашел еще обсидиан, нашел еще хлеб. Нам с тобой нужно сейчас, знаешь, что сделать? Добыть как можно больше железа. Надо сейчас попробовать убить этого голема. Знаешь, что я тебе скажу? Смотри, иди сюда. Я вот тут раскопала дырочку, и знаешь, что я нашла? Я нашла Нарнию. О, твою! Ё-моё! Она начала быстрее подниматься. Почему так быстро? Погоди, почему так быстро? Быстрее добывай сейчас землю. Так, землю, хорошо, у меня есть лопата. Погоди, у меня даже нет булыжника. Нам нужно хотя бы, не знаю, добыть вот это сено. Нам же нужно что-то есть. У меня есть 4 хлеба, конечно, этого мало, но я знаю. Мало? Да, этого реально мало, 4 хлеба. У меня тут голем сходит с ума. Так, я быстренько голем тогда добываю. Мне нужно будет сейчас как минимум 3 железных слитка. Лава поднимается. И сколько? 4 есть. Фласка. Она скоро поднимется. Мы умрем. Фласка, ты где? Где? Я в серединке. Я здесь. Привет. Быстрее, ставь верстак. На верстак, держи верстак. Да уйди ты. Быстрее, делаю ведро. Все, ведро у нас с тобой есть. Так, может быть, нам воду надо с собой взять, чтобы потом воду выращивать что-нибудь. Все, погоди, а в воду есть? Вода в воду, как бы, она вообще не работает. Мы умерли. Все с тобой. Что делать? Я не знаю. Друг для друга. Я знаю, что я буду делать сейчас. Я воду не взял, она у тебя находится, ё-моё. А у тебя это где? А, понял, все понял. А у меня нечем собрать ее. Ага. Ну либо иди, давай ко мне сюда как. Я не знаю, как нам пробираться с тобой сейчас. Так а почему вода, почему лава на такой высоте начала подниматься к нам? Почему? Я не понял сам. Ладно, я начинаю к тебе пробираться потихоньку. Я не смогу. Все, ГГ. Походу, да. Ласка, я кое-как тебе прибрался. А? Я кое-как тебе говорю пробрался, и сейчас у нас очень мало времени с тобой остается, чтобы сделать себе портал в ад. Так, землю, пожалуйста, дай землю. У меня много земли, набери, я много накопала, пойду еще копать. Нифига себе ты накопала, конечно. Ты куда строишь эту безумную? А, все, я думала, ты хочешь подняться повыше, а я тебе так-то всю землю отдала. Так, все, в принципе, у меня все готово, чтобы сделать портал в ад. Благо, время немножечко оно замедлилось, теперь намного меньше поднимается. Точнее, с наиболее маленькой скоростью. Так что у меня есть очень много времени, чтобы все это сделать. Ну давай, делай, я жду. Слушай, мне кажется, сейчас, чтобы мы с тобой не померли, сейчас оно поднимется вот сюда, вот, давай строй. Я пойду пока дом разберу, чтобы время-то не терять. Слушай, а у тебя же хлеба много сейчас? У меня много хлеба, так я все сено собрала в деревне, что было, набери. Молодец. Пока что не надо. Ты, главное, будь сейчас аккуратно, потому что скоро она поднимется уже. Да, я знаю, поэтому я строю уже дорожку. Не спускайся вниз. Я не спускаюсь. Минус дом, все. Так, забираю дом, все, я забираю, что есть. У меня немножко тут затопилось. Кстати, я же заметил только сейчас, что у меня обсидиан есть. Можем сейчас просто так достроить. Кстати, балдежная тема. Слушай, это же круто, можем брать и топить ее. Йиху!
Слушай, а у тебя гравий есть? Гравий есть? Да-да, конечно, я взяла, смотри. Одна штучка. Ладно, две штучки. Нормально, нормально, пойдет. Смотри, для тебя сейчас будет супер ответственное задание. Копай, 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 быстрее копай. Сейчас, 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 копай, погоди, где лопата? Я лопату не могу. Да, я лопата. А, нет, на лопата есть, лопата есть, лопата есть. Быстрее, фласка! Че быстрее, слышь, ты стоишь, нифига не делаешь. Может быть, ты хочешь делом заняться, а слышивая, что хочешь ты это делать? Копай! Давай ты это будешь делать, давай ты это будешь делать. На, все, все, ты мне надоел, набери лопату и копай. А, выпало! Все, я сделал огнево, фласка, погнали, погнали, надо быстрее, надо быстрее. Оп, все. Давай, давай, фласка, давай, двигайся, двигайся. Здесь оно есть, здесь есть этот барьер. Типа, давай проверим, подымется или нет, давай проверим, давай подымется. Сейчас должно, давай, ты можешь попробовать воду разлить, как всегда. О, давай. Нет. У меня больше нет воды. У меня есть, знаете, посадим тебе ромашки. Дай мне воду. Держи, зачем тебе это все? Понял? Сейчас мы с тобой посмотрим, будет подниматься или нет. Оно не поднимается. Отлично! У нас есть очень маленький шанс того, что здесь находится крепость как раз-таки. А нам нужна крепость для чего? Ты хочешь в край пройти, потом пройти Майнкрафт, и тогда нас телепортируют в за зону вот этого барьера, и мы будем жить вечно? Да! Балдежный план, скажи, я просто бог. Не, слушай, если бы ты это не придумала, то я бы этого сам не придумал. Really? Я же говорю, я бог. Ну да, нам нужно за пределы барьера, ну-ка. А как мы туда сможем с тобой попасть? Это вопрос. А. С подковыркой. А, ну все. Ну, значит, все, ГГ. Давай по приколу выйдем из портала. Ты хочешь выйти из портала? Все, 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 я, короче, залезаю. Подожди, подожди, да, давай, давай, я первый, я первый. Все, я туда не хочу, Фласка, я что? Туда не хочу. Нам надо с тобой выйти. Я не знаю, как, я вообще ничего не вижу. Мне не получается телепортироваться. А как? Я умер. Ух, Фласка. Фотографии в альбоме, ты моя... Да. Как мы здесь с тобой оказались вообще? В смысле? Ты помер, я прыгнул за тобой, чтобы тебя спасти, и все. Фласка здесь рядом. Что, я первая, первая, первая. Куда, куда ты первая-то, а? Крепость. Ладно. Хочешь быть первым, давай. Эй, да тихо, тихо, не бей меня, больно. Как думаешь, что будет, если я трону эту маленькую миленькую свиночку? А, нам хана будет с тобой. Я ничего не нашла, не смотри даже. Тут сундук? Не-н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 е. Ты решила лапками ломать, да? Серьезно? А чем ломать надо? Почему она так... А, киркой. Я думала, ты по... Да ты куда? Там ничего не было, ничего не было, ничего не было. Не трогай меня вообще, понял? Не трогай меня. Все, не трогай меня, не трогай меня. Все, не трогай как меня. Как ты... стоп, как ты прошла? Как ты прошла? Просто кто-то слишком много хлеба ест и не ходит в спортзал. Я хожу в спортзал, не ври. Слушай, нам сейчас надо с тобой найти ифритов. О, ифрит, ифрит. О, тихо, сейчас разберусь. Я разберусь, я разберусь. Опа. Ничего не выпало, ничего не выпало. В смысле, ничего не выпало? Там выпал стержень, кому-то... Чё, там выпал стержень? Ты задолбал алмазы брать, слышь, дай мне хоть один. Не было там алмазов. Не было там алмазов, а как я получил достижение? Да там один, там реально один алмаз всего лишь. Да я тоже хочу достижение. Те лишь бы алмазы найти. Погоди, смотри, если тут рядом ифриты, значит где-то должен быть спа... Ещё один задок, ещё один задок, мой. Там ничего не было. Я знаю, там не было золота, да? Откуда тут столько сундуков? Я что-то не вижу спавнера вообще нигде. Они должны быть здесь где-то. Я что-то не прыгаю, бегаю, не вижу тут спавнера нигде. Может, нам наверх надо? Да-да-да, скорее всего, выше надо. Смотри, мы можем с тобой построить. Мы можем с тобой вот так вот взять и вырубить себе просто проход. Или ты хочешь выйти отсюда? Давай, надо выше подняться. Может, тебе дать кирку? А у тебя что, кирки нет, что ли? Ну да, нету. О, слышь, что-то мне кажется, мы отсюда выберемся с тобой. Давай, налево, 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 налево. Налево? Это право. Понял, понял. Копаю, 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 копаю. Опа, опа, опа. Во, 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 во. Направо, направо. Опа, 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 опа. Ифрит, 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 ифрит. А, мы здесь с тобой были. Так мы отсюда и пришли. Погоди. Откуда они спавнятся туда, не понимаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Но я кушаю, я кушаю. Есть идея. Какая? Во. Земля. Фласка. Так, давай. Так, я ко мне. Ты что ко мне? Я тебе еще птина какая-то ко мне? Я нет, тебе покажу, а как я? Нет. О, 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 а сундук, нет, сундук. Мы тут были, мы тут были, мы тут были. Ага, серьезно? А, нет. О, огнево, ты прикинь, тут огнево. А у меня еще два алмаза здесь. О, еще какая-то подземная лава. Здесь мы были. Надо в другое место где-то копаться. Хорошо, смотри, вот, вот здесь вот наверху, откуда мы с тобой прибежали, я вот сейчас копаю, мне просто интересно, а что тут вот у нас находится? Ты уж понял, куда я хочу? Нет, я тебя потерял даже. Куда ты побежала, Фласка? Я вижу Блейза, я вижу Блейза, все, я его бью, я его бью. Бью. О, я вижу еще одну. Где, 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 где? Уи, Белиси, можешь, сейчас разберусь, на-на-на-на. Выпало. Выпало. Покажи. Ты пока что мне не веришь, на? Я просто достижение хотел получить. Давай мы, короче, чтобы разделимся, так будет проще. Они с тобой некуда, откуда-то они спавнятся, мы просто не можем найти спавнер. Видимо, спавнер находится за пределами барьера, поэтому мы его не можем найти. Но они, видимо, за барьер могут спокойно перемещаться. И между прочим, что я тебе скажу, я еще, кстати, одного нашла, а я его уже бью.
В смысле, где ты его нашла? Ну я же говорю, мы с тобой бегаем, правильно, бегаем. Ласка! Что такое? Спаси! Ух, еще один. Я с ним разберусь, я ему глаз на жопу натяну. Опа! Выпало! Еще одна палка! Сколько? Нормально это получается. Сколько у нас с тобой? 5 штук целых. Нам нужно последнего найти. Все, я побежала в другом направлении. Нам желательно двух вообще найти. А почему двух? Нам же 6 хватит с головой. Так, хватит. Ну а если в портале будет, например, 0? Ты не подумала над этим? Ноль глазиков, если будет, ты понимаешь, мы так с тобой не сможем сделать. У нас сколько сейчас? У нас с тобой 5. Так нужно 6. Из 6 выходит 12. 12 глаз всего вставляешь. Ну. И ничего, что когда мы с тобой будем искать портал, у нас ломаться глаза могут. В смысле? Могут, они ломаются, если что. Меня вообще-то никогда не ломались. А все потому, что я удачливый человек. Не то, что ты понял. Рви ему задницу, рви ему зопу, хп мало, ёшкин такой. Тебе дать покушать? У меня хлеба больше, чем у тебя, это я тебя спонсирую хлебом, потому что я набрала очень много хлеба. Ладно, у меня яблочки зато хотя бы есть. Слышь, а дай яблоки, я ни одно яблоко я на этом... Так где ты их находишь-то, а? В смысле, где я их нахожу? У меня чуйка. Они взрывоопасные, поэтому у меня на них чуйка. Тебе выпал стержень? Нет, а тебе? Конечно, выпал. Но я тебе его не дам. Да на самом деле у тебя просто он не выпал. О, еще один, еще один, еще один. Где? Давай помогу тебе, господи, боже мой. Гаси его! Хорошо? Да я его гасю. О! Выпал? Нет! Я не знаю, где ты, но я все, начинаю бить Эфрита. Я рядом, бей его! Я иду помогать, моя рука удачливая, молю! Выпал! Ой, это мои на одну. В смысле, откуда у тебя все остальные? Ну ладно, окей, 6 огненных стержней есть, но нужно еще один, так что давай сюда остальные. Давай, они просто будут у меня, и я еще дам. А, то есть типа запасные, да? А что тебе отдавать? Слушай, а как, это-то хорошо, но у меня очень важный для тебя вопрос. Так. Стержни-то мы с тобой добыли, а где мы с тобой око-то возьмем? Ну эти. У эндерменов, конечно же, а что такое? А где мы их возьмем? Стоп. У нас же мир затопило уже, да? Это что, мы с тобой все зазря делали? Я больше с тобой снимать не буду, все, понял меня? Зачем я это делала? Прости, пожалуйста. Хочешь, ты будешь купаться в золоте у меня? Ты купаешься в золоте, ты купаешься в железе. Ты купаешься в разноцветных палочках. И вот именно, что только купаться в них и остается, потому что в мир обычный мы с тобой... Заскамил мамонта! Иди сюда. Я вижу, у тебя обсидиан в руке. Че умный такой? Че умный такой? Давай мир! Все, мир. Ну ладно. Я даже прощаться не буду, я обиделась. А какие? Я возродилась в обычном мире, знаешь что? Че? Тут жопа. Ну тут просто озеро лавы. Ну как озеро? Океан. Океан лавы уже? И как тебе там? Ну, жарко. Ну, хоть отдохнешь сегодня летом. Мне, знаешь, такое лето, плюс 40 градусов почти. Нет, мне лучше уже, знаешь, лучше зимой на самом деле. Ты ж давай приходи сюда обратно, а? Не. Тут балдёж. Не, не хочу. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну, а с вами был Акаки, а также Фласочка. Всем удачи и пока-пока. Пока!